Первомай в Новополоцке встретили долгожданным событием – открытием городского парка культуры и отдыха. Сегодня здесь разместились игровые и спортивные локации. Из года в год привлекают внимание белорусов и презентационные площадки предприятий и организаций Новополоцка, демонстрирующие наш потенциал. Традиционно 1 мая, как обычно, наш департамент охраны выставляет свою интеракционную площадку. На ней представлены специальные средства, в которых милиционеры группы задержания несут службу ежедневно. Оружие, автомобиль служебный, на котором они несут службу, и наша служебная собака, которая также помогает нам в обеспечении охраны общественного порядка и охране всех форм собственности в городе Новополоцке. Наша площадка активно посещается детьми, потому что детям интересна работа милиции и департамента охраны в целом. 8 месяцев каникулы, вот местный парк культуры и отдыха снова наполнился детским смехом. Карусели, игровые площадки, пункты общественного питания и развлекательные мероприятия – это лишь малая часть того, чем планируют занимать гостей и горожан Новополоцка в парке. За время долгих каникул люди соскучились по таким активностям, поэтому практически на каждом аттракционе сегодня очереди. Мы сегодня с ребенком решили провести этот замечательный день вот в нашем парке, при том-то он был так совпало, что и 1 мая – день труда, да, мир мой труд. И открытие вот всех аттракционов, ну, как бы, очень замечательно, хорошее настроение, и погода просто вот дарит нам, мне кажется, подарок. Сегодня отличная погода, 1 мая, праздник труда, начало сезона аттракционов, отличный повод всей семьей прийти с детками на аттракционы, отдохнуть, подышать воздухом. Провести отличное время всей семьей, всех с праздником, с 1 мая, с Днем труда. В весенне-летнем сезоне в городском парке появился и новый объект – веревочный городок. Он включает в себя две трассы – легкую, рассчитанную для детей от 7 до 12 лет, и сложную, которую смогут покорять ребята в возрасте от 12 лет и старше. Канатная дорога оснащена 20 различными препятствиями. Она имеет общую протяженность в 200 метров. Приезжаем на выходные, пойдем прыгать на аттракцион на батуты и ромашку решили посетить, возможно, еще на паровозик. Еще посмотрим батутную дорожку эту, когда она откроется. Обязательно надо поползти, интересно сделали. Выходной день 1 мая порадовал новополочан и солнечной погодой. На сцене городского парка развернулась концертная программа. Выступления военного оркестра, хореографических и вокальных коллективов Новополоцка. Все вместе творческие коллективы города на протяжении всего дня создавали праздничное настроение горожанам. Ангелина Лазовская и Сергей Пальцев. Телеканал «Звезда».